Пробежка как личный пример. На набережной Саратова состоялся массовый забег общественников и чиновников. Стартовали на площади Юрия Гагарина. Группа пробежалась до ротонды и обратно. Бегунов возглавил министр спорта региона Александр Абросимов. Вместе с общественниками и чиновниками на пробежку вышли спортсмены, казаки, студенты и старшеклассники. После забега боксер Артем Чеботарев провел на набережной утреннюю зарядку. Любители спорта сообщили, что своим примером пропагандируют здоровый образ жизни. Я думаю, что это событие, как в первую очередь, для объединения, сближения людей, то есть там различных направлений, кругов, то есть и мы помогаем в этом. Очень много сейчас всевозможных гаджетов, и дети именно сидят в компьютерах, в планшетах. Поэтому вот именно своим примером общественность и власть под лозунгом «Мы вместе» именно пропагандируем здоровый образ жизни. Такие пробежки, они должны быть ярким примером для молодежи, для всего населения Саратовской области.